На черном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Черными буквами надпись. Цикл лекций «Несимметричные подобия». Уолтер де Мария, Пьер Юик. «Искусство в зазорах». Часть первая. Добрый вечер. Ну, наверное, ту симметрию, которая, то, и то подобие, которое существует между героями нашей сегодняшней лекции, объяснить сложнее всего, потому что это художники разных поколений, художники совершенно к разным принадлежащим направлениям. Уолтер де Мария – это художник, которого можно, как правило, относят к ленд-арту, но на самом деле, как мы увидим, это художник, который достаточно близок и к минимализму, и, собственно, является одним из предшественников минимализма американского, и является, одним из, несомненно, одним из художников-концептуалистов в таком высшем понимании, хотя он не принадлежал к этому кругу художников, условно говоря. А Пьер Юик, современный французский художник, совсем как бы, которого, если можно отнести к какому-то направлению, то, наверное, это эстетика взаимоотношений пресловутая. И если у него были работы, связанные, которые можно условно говоря классифицировать как ленд-арт, это создание неких ландшафтов, создание некой среды обитания. Но, наверное, сходство между этими художниками действительно очень это в том, что оба они работают, создают произведения, которые доступны зрительскому восприятию только отчасти. Это что-то, что одновременно является, что ты одновременно видишь, но никогда не видишь целиком, это что-то, что ты должен домыслить, и в конечном итоге это что-то, во что ты должен поверить. Это произведение, которое действительно, как полагается концептуальному искусству настоящему, существует на грани идеи и ее реализации. И реализация, которая трансформирует идею, идея, которая все равно при любой реализации остается идеей и остается потенциальностью. И вот попытаемся разобраться, что же в этих, как же эти два замечательных художника этим занимались. Вот таким вот странным искусством, которое все время оставляет место для домысла и оставляет место для некой потенциальности. Уолтер де Мария, американский художник, итальянского происхождения, выросший в Сан-Франциско, в Калифорнии. Это немножко, это принципиально другая школа, чем нью-йоркская школа и чем нью-йоркский круг современных художников. И хотя его художественная карьера складывалась в основном в Нью-Йорке, для него был очень важен этот его калифорнийский и сан-франциский бэкграунд. Учился он, получал он образование в Беркли. Он не учился на художника, он изучал историю искусства. И от истории, сначала историю, и потом от истории он перешел к истории искусства и, собственно, решил этим искусством заняться. И что было важно в его этом бэкграунде, это то, что неожиданно оказалось, что тот преподаватель, который у него был в университете, преподавал ему историю, в отличие от того, что было принято тогда, женщина читала не только историю европейскую и американскую, а уделяла огромное внимание истории Азии, истории Востока. И, как вы знаете, Сан-Франциско – это город в Америке с самой большой азиатской диаспорой, китайской и японской. И вот эта странная, неповторимая обстановка этого города, который одновременно и американский, и открытый Востоку, еще в 50-е, в 60-е годы, когда американские интеллектуалы увлекались дзен-буддизмом, увлекались и восточными религиями, создало вот тот неповторимый бэкграунд, который сделал Уолтера де Марию тем, чем он стал. Первая его работа как художника, это работа начала, это 60-й год, это очень простые работы, действительно такое предвосхищение минимализма, которого тогда еще не было, это простые деревянные коробки. Коробки, которые абсолютно не похожи на скульптуру в понимании того времени, даже на абстрактную скульптуру, которая была очень кубистическая, сюрреалистическая, но не была такой простой и не была деревянной. Это почти ремесленные предметы. И более того, это предметы, которые предполагают некое действие с ними. Это предметы, которые, как мы бы сказали потом, интерактивные. Идеально простая коробка, которые ничего из себя не представляют визуально, но которые предназначены для некого условного перформанса в исполнении зрителя. Это коробки для бесполезной работы. Инсталляция Уолтера де Марии «Коробки для бессмысленной работы». На черном фоне два изображения. Слева черно-белая фотография двух одинаковых коробок из фанеры.
Это слегка вытянутые по горизонтали ящики без крышек. Они стоят в ряд на низком постаменте. На левом изображении на белом фоне черный текст на английском языке. «Коробки для бессмысленной работы». Я сделаю две маленькие коробки. Я положу мелкие вещи в эти коробки. Вывеска объяснит это любому, кто подойдет к ним. Она гласит: «Бессмысленные рабочие ящики». Положите все вещи в одну коробку, затем переложите вещи в другую. Туда и обратно, туда и обратно. Делайте это столько, сколько вам нравится. Что вы чувствуете? Себя, коробку, вещи? Помните, что это ничего не значит. В том же году, когда де Морей делает это произведение, он пишет манифест «Бесполезно о бесполезной работе», где он говорит, что бесполезная работа является самым высшей формой искусства на настоящий момент, потому что бесполезная работа – это то, что ты делаешь абсолютно честно и бескорыстно, не рассчитывая ее продать, не рассчитывая получить за нее какое-то вознаграждение. Ты должен заниматься ей в одиночестве, чтобы она не стала развлечением для других. Ты не должен получать от нее удовольствие, потому что иначе удовольствие станет целью. Но зато ты можешь заниматься и когда угодно, и как угодно. И бесполезная работа обладает свойствами всех искусств и дисциплин прошлого, потому что она точно так же приводит нас к размышлению о бренности, о нашем месте в мире, о красоте, о труде и так далее и тому подобное. Но она лишена ограничений, которые были в старинных искусствах. Вот такая вот бесполезная работа, которую он предлагает. В данном случае две коробки, из которых надо перекладывать предмет. Сначала из одной коробки в другую и обратно. Еще был вариант, пример бесполезной работы – это вырыть яму и засыпать ее землей. И вот сама эта идея вырыть яму и засыпать ее землей потом будет многократно возвращаться в искусстве Уолтера де Морея, когда он уже перейдет к ленд-арту. Но пока что это были только вот идеи бесполезной работы. Также была вот такая вот коробка, которая предполагает интерактивность. Это коробка, в которой зритель может взять шарик, забросить его в верхнее отверстие и увидеть, как он упадет в нижнем отверстии этой коробки. То есть это такая непонятная как бы игра, в которой такой вариант пинбола редуцированный, да, вот этот шарик, который надо катать по пазлам. И есть такой же интерактивный, но непонятного назначения календарь, вот такие вот формы, которые каким-то образом служат для измерения времени. И в это же время Уолтер де Морей делает свою замечательную серию рисунков, которые называются «Невидимые рисунки». Рисунок Уолтера де Морея «Акула спускается в огне». Горизонтально ориентированный белый лист. На белом фоне графический рисунок. Рисунок немного смещен от середины влево. Рисунок представляет собой рыбу с исходящими из хвоста красными линиями. Рыба нарисована тонкими контурными линиями черного цвета. Рыба расположена по диагонали рисунка, боком к зрителю, и головой устремлена в нижний левый угол рисунка. Голова рыбы больше тела. Рот вытянут вперед, как клюв. Глаза, похожи на глаза млекопитающего, смотрят прямо, над глазами брови. Тело рыбы в два раза уже головы. Оно состоит из контурных пластин, наложенных друг на друга. Это действительно еле-еле заметное изображение, которое на листе бумаги, которое кажется пустым. Это не абстракция. Те сюжеты, которые там возникают, это сюжеты вот там, например, Великой Стены в пустыне, каких-то тех же самых коробок, каких-то странных архитектурных форм. Но важно в нем то, что это действительно почти невидимые вещи. Это то понимание минимализма, которое существовало у Уолтера де Морея. Его совершенно особенно ни на кого не похоже. Потому что для него минимализм был не только аскетизмом средств выражения, но и как бы такой предельной незрелищностью искусства. Это искусство, которое почти невидимо. Вот в 90-е годы у нас возник такой термин «нонспектакулярность», невидимое искусство, искусство, которое надо рассмотреть, искусство, которое является предметом скорее для медитации. Вот такие как бы кажущиеся пустыми листы бумаги, на которых Уолтер де Морей создает невидимое искусство, невидимые рисунки, при том, что это фигуративное вполне себе, это пейзажи, это вполне фигуративное искусство, но это вот его понимание минимализма. То, что в его понимании, например, Дональд Джад с его грандиозными инсталляциями не был минималистом, он был барочным художником, потому что это было слишком зрелищно, это слишком захватывало пространство. А здесь минимализм – это вот что-то, что стремится к невидимому.
невидимому. И понятие невидимости, незримости, некой недоступности восприятия для зрителя, это тоже один из сюжетов, который возникает вот в этих самых замечательных рисунках ранних, и который будет очень важен для того, что Уолтер де Марио будет делать впоследствии. Ну, помимо того, что он, как я говорил, помимо того, что он занимался... изучал историю, у него был еще бэкграунд музыканта. Сан-Франциско 50-х годов был столицей возрождения джаза, который возрождался в 50-е годы. И Уолтер де Марио в молодости был профессиональным музыкантом. Он был ударником, он играл в симфонических оркестрах, он играл джазовыми музыкантами. И когда он уже перебирается в Нью-Йорк, он зарабатывал деньги тем, что он был музыкантом. И для него было очень важно это соотнесение музыки и современного искусства. Почему я говорю, что он занимался фри-джазом, и он играл с Доном Черри, он играл с Орнетом Колманом, он играл с действительно очень значимыми джазовыми музыкантами своего времени. И для него была очень важна вот эта связь, аналогия, существующая между фри-джазом и, например, абстрактным экспрессионизмом. Потому что это такой живопись Поллока, это такая же джазовая импровизация. И джазовые музыканты, и художники абстрактного экспрессионизма вели некий, в общем, общий такой саморазрушительный образ жизни, который для Уолтера де Марио был поводом не заниматься абстрактным экспрессионизмом, потому что сам этот вот саморазрушительный романтический образ жизни в тот момент, когда он приходит в искусство, становится уже устаревшим. И он застает уже рождение другой музыки. Он общался со многими экспериментальными музыкантами, он общался с Ламонте Янгом, одним из главных авангардистов американских того времени, изобретателем, одним из основоположников минимализма и дроун-музыки уже в музыкальной. Через него он узнает о Джонни Кейджи, например, о Штокхаузене, и через них, через Ламонте Янга, который был частью движения Флюксус, он узнает о таком виде искусства, как хэппенинг. Поэтому возникают его первые работы, которые предполагают действия, которые предполагают интерактивность. А Уолтер де Марио участвовал во многих хэппенингах уже, когда он переезжает в Нью-Йорк, во многих первых хэппенингах вообще как исторических, да, у Алана Капрова. Но ему это занятие не понравилось, потому что он говорит, что участвовать в хэппенинге это как играть классическую музыку. Ты остаешься только исполнителем, ты выполняешь чьи-то другие ноты, чьи-то другой придуманный не тобой протокол. А выполнять протокол или играть ноты – это очень скучно. Поэтому он не стал классическим музыкантом, потому что каждый раз пересчитывать одни и те же ноты – это как до бесконечности пересчитывать одну и ту же книгу. Это скучно. Через Ламонте Янга он знакомится с такими замечательными музыкантами, как Лу Рид и Джон Кейл, и образует группу The Primitives. Группа, в которой его берут ударником, замечательная группа, которую и в этот момент ему 29 лет, группа очень успешная, группа там на подъеме, и перед ним стоит выбор, чем он в конце концов должен заниматься. Будет ли он заниматься музыкой, которой он прекрасно занимается, или он все-таки будет художником. Он делает этот нелегкий выбор в пользу искусства, а не в пользу музыки, потому что музыка, опять-таки, тоже такое занятие, как он писал, как... сродни спорту, ты всегда должен быть оставаться молодым и в хорошей форме. Ему это не устраивало, вот, поэтому он отказался от музыки, а группа The Primitives через некоторое время превратилась, собственно говоря, в группу Velvet Underground, продюсером которой стал Энди Орхол и стал, в общем, одной из главных американских рок-групп 60-х годов. Ну и, наверное, вообще одной из главных рок-групп в истории музыки. Вот. Но это и в некоторых работах того времени есть, конечно, следы этого музыкального бэкграунда, очень важного для Уолтера де Марио. Инсталляция Уолтера де Марио «Клетка 2». На фотографии выставочное пространство с белыми стенами и деревянным полом. В центре зала высокое, очень узкое сооружение, напоминающее клетку из металла. Клетка состоит из прутьев и двух квадратных плоскостей. Прутья расположены только по двум противоположным сторонам плоскости. Две другие стороны свободны от прутьев. Клетка высокая и узкая. По высоте приблизительно чуть выше человеческого роста и по ширине уже человеческой фигуры.
Вот, например, такая минималистская скульптура, или вернее структура, которая называется «Кейдж». Это не только клетка, собственно говоря, это омаж Джону Кейджу, композитору Джону Кейджу. Это клетка, это зашифровка, как бы, действительно иллюстрация его фамилии. И при этом это прекрасная иллюстрация, собственно, принципов, музыкальных принципов Джона Кейджа, что нет изображения, есть рама, которая задает это изображение. Джон Кейдж — это то, что в раме, это то, что вот внутри этой решетки заданы, этой самой клеткой, которую он создает, задана эта минималистская структура. Так же, как вы помните, что такое 4.33 Джона Кейджа, это все звуки, непроизвольно, которые непроизвольно раздадутся в данный временной отрезок, в который музыканты должны не издавать ни одного музыкального и намеренного звука. Вот это создание некой рамы. Вот эту раму он представляет. И следующее его, как бы, вот как она может выглядеть в пространстве, опять-таки, как там это произведение, которое еще создается не только самой структурой, но и тенью, которую она отбрасывает, поэтому оно все время меняется, потому что тень, может быть, меняется свет, в каждом разном зале эта тень будет по-другому ложиться, и то есть это такое очень простое, но при этом вариативное произведение, и создает вот такой вот музыкальный инструмент для Ламонта Янга, который можно рассматривать как минималистский объект. Работа Уолтера де Марии – музыкальный инструмент для Ламонта Янга. На фотографии на синем фоне металлический брусок. Брусок в форме длинного плоского параллелепипеда, открытого сверху. А внутри бруска металлический шар. Шар подвешен на струне. Струна натянута между узкими стенками бруска. Это брусок, внутри которого есть шарик, и когда этот шарик водится, то, собственно, сдает к нему подзвучен, и это может действительно издавать какой-то звук. Вот Ламонт и Янг, видимо, действительно мог на этом инструменте каким-то образом играть. Но при этом такие же простые элементарные формы Уолтер де Мари создает уже как скульптуру. Он создает в 1966 году вот такое замечательное произведение. На первый взгляд, это абсолютно так, идеальный минимализм. Это одинакового размера бруски, металлические бруски. Но это единственное в своем роде, это мультипль, то есть это брусков бесконечная серия. У них есть сертификат, который заверяет, что да, это является произведением Уолтера де Мари. Но это единственный в своем роде мультипль с бесконечной серией, потому что ценность мультипля в том, что да, вот есть это не единичная работа, их там, допустим, 6 или 5 или там 10, но все, это ограничено. Их нельзя потом там продолжать делать после смерти художника, например. Да? Идея Уолтера де Мари была в том, что эту серию мультиплей можно постоянно пополнять, что это неисчерпаемые бесконечные мультипли с открытой серией, который, тем не менее, остается произведением искусства. И, по-моему, он еще, когда это запустил, он выставлял, что одна и та же цена должна быть постоянно на это произведение, каким бы оно ни было, потому что все они равны. И там нет идеи, что там самые ранние должны быть дороже, чем сделанные только что. Вот такая вот парадоксальный вызов самой идеи и произведения искусства, и, ну, естественно, идеи арт-рынка, с которым в 60-е годы художники всячески боролись и бросали ему вызовы и пытались расширить представление о том, что такое произведение искусства, что такое предмет искусства, что такое объект искусства, и что произведение не тождественно предмету и объекту. Скульптурная инсталляция Уолтера де Марии «Музей мира». На полукруглом постаменте лежат по порядку звезда Давида, христианский крест и свастика. Они лежат на небольшом расстоянии друг от друга. Символы сделаны глянцевого серебристого металла. Контур изображений образуют металлические стенки. Между стенками — жёлоб. Получается что-то вроде лабиринта в форме того или иного символа культа. А внутри каждого символа — металлический шар. Шар может кататься по жёлобам внутри символов. Следующее тоже как бы продолжение минимализма – простые геометрические фигуры, где есть, которые являются там, естественно, символами трех основных религий, являются той простейшей геометрией, с которой работает геометрическая абстракция, то есть это такой омаж. Но, естественно, это история про то, что никакая абстракция не может быть нейтральной, что любая геометрическая фигура всегда нагружена неким смыслом, и что там квадрат, если это квадрат Малевича, тоже, например, может стать уже религиозным символом, а не просто геометрической фигурой. И при этом он вводит в эти геометрические штуки такой же загадочный предмет, он вводит вот этот самый шарик, который можно двигать внутри этой фигуры, превращая этот геометрический предмет
в игрушку, превращая его в некую вот эту простую форму, в непостоянную форму, вводя элемент вариативности, вводя элемент случая. Теоретически можно менять эту работу, передвигая по ней различным образом этот шарик. Но при этом как бы ни на одной из выставок зрителям не позволяется играть с этим шариком. То есть это всегда есть некая потенциальность игры, что ты можешь, есть потенциальная интерактивность, что ты можешь изменить этот объект, что этот объект все время меняется, но тебе показывают эту возможность, но не дают в нее поиграть. Хотя, наверное, если ты частный коллекционер и все-таки приобретаешь эту работу, ты можешь с ней играть в свое удовольствие, но это не всем доступная радость. Делает вот такие варианты, как бы с дизайном, вот такой вот пирамидальный стул. Естественно, две скульптурки не являются произведениями Олтора де Мария. Это просто музей, часть музейной экспозиции, где этот стул представлен. Трон, как бы такой, и стул, в общем, на который, по-моему, не очень можно залезть. Но если можно, то чувствую себя крайне неустойчиво. Да? То есть такая очень дискомфортная ситуация для сидения. То есть, и замечательное такое чистое концептуальное произведение, очень знаменитое, «Искусство по телефону». Выставлялось оно первый раз на знаменитой выставке Харальда Земана, куратора Харальда Земана, как позиции становятся формами. И, ну, собственно, понятно, что это просто телефон, который стоит в выставочном зале на нем, и с табличкой, что в какой-то момент, если телефон зазвонит, знаете, что там, что звонит Олтор де Мария, пожалуйста, снимите трубку. И известно, что, но при этом известно, что ни на одной из выставок этот телефон никогда не звонит. То есть это опять-таки вот эта самая потенциальность, которая остается, как возможность, что телефон позвонит, что Олтор де Мария действительно позвонит, что и скажет что-то очень важное, собственно, реализует это произведение. Но очень важно, чтобы это произведение не реализовалось. Но при этом очень важно верить в эту возможность. То есть это вот эта самая история про невидимое произведение искусства, про потенциальное произведение искусства, которое в этой замечательной работе, может быть, одной из самых чистых концептуальных, именно концептуальных работ, которые были созданы, это может быть даже чище, чем стул и три стула кошек, это вот такой чистейший концептуализм, но при этом достаточно для, не очень вроде бы характерный для Олтора де Мария, но достаточно ключевая для него. Вот, собственно, как этот телефон выглядит с табличкой. И тогда же он, но при этом, как бы, поскольку он все равно существует на грани минимализма и концептуального искусства, он начинает делать вот такие очень простые скульптуры. Скульптура Олтора де Марии «Кровати из шипов». На фотографии на полу лежат четыре плоские прямоугольные пластины размером с большую кровать. Из пластин торчат толстые светлые шипы высотой около полуметра. Шипы равно удалены друг от друга. Количество шипов на каждой из пластин отличается. На первой пластине всего три ряда шипов, на каждой последующей количество рядов увеличивается. Стены зала белые, пол темный. Как бы гвозди, как бы, выстроенные, очень простая форма, выстроенная в геометрической прогрессии, где было еще то, что было важно в этой работе, что, естественно, он ее сам не делал, он ее заказывал в мастерской, которая специализировалась на изделии, на работе с металлами. И он и тоже он объяснял, что в чем разница, наверное, между минимализмом и концептуализмом, что минималисты делают эскизы и показывают, и когда они заказывают свою работу, минималистские работы тоже производились промышленным образом, ну или как бы за не делались руками художников, как скульптуры, но минималист должен делать эскиз, он все равно делает скульптуру. А мне достаточно просто объяснить идею. То есть это идея, которая реализуется сама по себе, которая реализуется без участия художника, и которая реализуется, собственно, и сам предмет не является скульптурой, не является ценным предметом, он является реализацией идеи. При этом это, естественно, это очень красивая работа, действительно красивая, которая, собственно говоря, чем она является, она размечает пространство. Она не является вещью в пространстве, она не является предметом в пространстве, она является разметкой пространства, так же, как и вот эти самые, так же, как и клетка, так же, как и портрет Кейджа, который является рамой для портрета, и рамой, которая рамирует пространство. В 60-е годы же Олтор де Мария начинает делать свои ленд-артные работы, но вот идея ленд-арта у него, наверное, возникает в тот момент, когда он сочиняет свой манифест бесполезной работы и предлагает в качестве бесполезной работы не только перекладывать предметы из одного ящичка в другой, но и вырыть яму и потом засыпать ее обратно
обратно землею. Тогда тоже в самом начале 60-х он сочиняет проект хэппенинга, еще вот в рамках хэппенинга, как направление арт-ярд, который предполагает перформанс апокалиптического толка, когда там куча бульдозеров разрывает землю на глазах у приглашенной публики, которая должна прийти в вечерних туалетах и в конце концов тоже должна принять участие в этом вот бессмысленном этом разрывании земли, превращении, таком создании хаоса. И это тоже связано с еще одним манифестом, который пишет Олтер де Море, может быть, вот этот апокалиптический характер этого перформанса, когда он пишет манифест о красоте природных катастроф. Что, может быть, природная катастрофа, природный катаклизм – это высшая форма прекрасного, это высшая форма красоты, это то, что позволяет, превосходит человеческий масштаб, антропоцентрический масштаб, и дает нам почувствовать красоту мира. И эта идея пространств, которые несоразмерных человеку, которые превышают человека, и которые должны помочь нам почувствовать свое место в мире, связано с его проектами работы в пустыне. В пустынях. Он считал, что пустыня – это самое красивое место в мире. Может быть, после океана. Да, он человек, который вырос на берегу океана. И в 1966 году он придумывает вот такой вот проект, скульптура трех континентов, проект для трех континентов, который состоит в том, что в трех пустынях, в Сахаре, в пустыне в Индии, в Северной Америке, должна быть создана некая конструкция, которая невидима, которую даже со спутника нельзя увидеть, что это траншея длиной в одну милю в Сахаре, траншея длиной в одну милю в Индии, и квадрат, одна квадратная миля в Северной Америке. Но из этого ничего, он как бы приступил к осуществлению этого проекта, и в Сахаре его поймали, заподозрив в том, что он занимается незаконной торговлей нефтью. Он сидел там, я не помню, в Тунисе было, в Марокко, в общем, в одной из этих стран, он там вот сидел в тюрьме, и на этом, собственно, этот проект, оказавшийся невозможным в силу геополитических обстоятельств, закрылся. Ну, собственно говоря, это такой вот чистый концептуальный проект, опять-таки скульптура, которая абсолютно невидима, которая умопостижима, но при этом для него было очень важно эту скульптуру действительно сделать, и вот эти самые невидимые ни для кого в линии траншеи в пустыне все-таки вырыть. Но идея пустыни продолжает его интересовать. И тем более, что эта пустыня – это такое вот прекрасное место, которое неожиданно в 60-е, в 70-е годы становится очень важным в культуре. Но оно вообще всегда было важным в культуре. Ну, помните, там, не знаю, пустыня Тартария, Красная пустыня. Просто действительно, это какой-то потом вся поэтика вестерна, которая связана с пустынными землями. И, собственно, занимается он этими своими проектами в Неваде. Пустыня Мохаве, которая как раз тоже место действия вестерна, место действия множества американских фильмов. И тоже это еще связано с лунный ландшафт, который видели, который оказался пустынным. И вот эту самую пустыню, которая самое красивое место после океана, он начинает исследовать. И как раз в Неваде делает свой первый ландартный проект. Он проводит в пустыне, прочерчивает в пустыне линию длиной в милю. Траншею. Там было два проекта. Один был проект с траншеей, которая вырыта в пустыне. У него был первый проект, который он был, это построить в пустыне две бетонные стены, которые ничего не преграждают, потому что они не могут преградить всю пустыню, но тем не менее они существуют как препятствие. Но это так, в общем, достаточно близко к тому, что потом будет делать Ричард Серра. Но в результате он просто вырывает одну траншею в одном проекте, а в другом проекте проводит две параллельные линии, которые проводятся при помощи, так же, как дорожная разметка, и, по-моему, при помощи той же машины, которая наносит дорожную разметку, вот такое вот абсолютно абсурдное шоссе в никуда, действительно, такая разметка посреди пустыни, показывающая дорогу, которая никуда не ведет. И что еще очень важно в этих проектах, что это проекты, которые, вот огромный проект, который он делает в пустыне около Лас-Вегаса, это не в Лас-Вегасе, естественно, это там сколько-то было, вот такой вот квадрат, да, еле различимый, вот он обведен здесь, чтобы было видно, то, что можно увидеть только со спутника, и то, что нельзя увидеть, нельзя сфотографировать, и можно понять не взглядом, нельзя увидеть взглядом, а можно
измерить шагами. Все эти линии, когда они вырыты, эти траншеи, никогда не видны одновременно, да, как камни в знаменитом японском саду камней в Киото. Это нельзя, их никогда нельзя увидеть все камни одновременно, никогда. Точно так же нельзя увидеть эти траншеи. И это произведение, которое требует, которое существует не только в пространстве, а существует во времени. Потому что для того, чтобы, во-первых, добраться до этого места в Лас-Вегасе, под Лас-Вегасом нужно 3 часа. И для того, чтобы обойти эти линии, действительно понять, как своими шагами измерить эту скульптуру, надо там провести весь день. Фотодокументация «Лэнд-арт» работы Уолтера де Марии, часть Лас-Вегаса. На черном фоне черно-белая фотография со спутника. На ней часть пустыни с виднеющимися траншеями. Траншеи составляют квадрат. На фотографии нижний правый угол квадрата обозначен 2 красными линиями. Красные линии составляют угол. На угол направлена стрелка с надписью «Север». 5 часов ходить в пустыне. Приблизительно. То есть это как бы это идея скульптуры, которая существует во времени, потому что сколько зритель тратит на обычную скульптуру, там 5 минут от силы посмотреть статую. А здесь ты должен провести с этим целый день. Ты должен увидеть, что это произведение существует во времени, и что во времени оно развивается, потому что меняется освещение, по-другому падают тени. И ты действительно никак этот пейзаж все время, поскольку ты очень долго должен там ходить, ты все равно не видишь это целиком. Ты все равно видишь, как этот ландшафт меняется на твоих глазах, потому что меняется свет и меняется время суток. Вот такой вот проект, который, по-моему, сейчас все-таки не сохранился. Такая гипотетическая история. И крест тоже прочерченный в пустыне. И как еще один способ документации этого проекта. В это время Уолтер де Марии снимает 2 фильма. Один фильм, вернее, там телесюжет он снимает для программы Гэри Шума «Лэнд-арт». Это была немецкая телепередача, которая не была передачей про искусство, а была программой, которая, собственно, была искусством, потому что произведение искусства существовало на экране телевизора, когда вы включаете телевизор, и переставало существовать, когда вы его выключаете. Поэтому фильм, во время которого Уолтер де Марии, собственно, вычерчивал эти фигуры в пустыне своими шагами, и был его произведением. Это не была документация, это и было произведение. И тогда же он снимает фильм, который называется, уже полнометражный, не полнометражный, 30-минутный, 40-минутный, представляющий собой вестерн, потому что, собственно говоря, пустыня – это место действия вестерна, но вестерн без сюжета, вестерн, который сводился, собственно, к основному элементу вестерна, к перестрелке. Перестрелка в пустыне, которая длилась 30 минут без объяснения, почему она началась, как она закончилась и что это такое. Снимался там вместе с ним Майкл Хейзер, еще один знаменитый ленд-артист прекрасный, который уже много лет строит какой-то же вавилонских размахов город в этой самой пустыне Невада, который не открыт для посещения, поэтому неизвестно, что там на самом деле происходит. Это тоже такое вот гипотетическое пока что произведение искусства. И для этого фильма Уолтер де Марии написал музыку. Последние 2 музыкальных произведения, которые он действительно сам написал, которые он написал как композитор и музыкант. Это 2 его... Ну, это опыты, собственно, перенесения абстракции в пустыню, перенесения абстракции за пределы галерейных и выставочных залов. А его следующий проект заключался в том, чтобы, наоборот, землю, почву принести в выставочный зал, принести в галерею. Девизом его тогда была «Чистая земля, чистая грязь, чистая земля, чистые земли», «Pure dirt, pure land», по-моему. Да? Вот эта игра на разных смыслах, что грязь тоже может быть чистой. И первый свой проект инсталляции «Земляная комната» он делает в 68 году в Германии. Проект этот, эта инсталляция не сохранилась, собственно, представляла она собой галерею, которая была где-то по колено зрителю, засыпана черноземом, засыпана землей. Второй вариант был первый, по-моему, в Мюнхене, второй в Дармштадте. И третий вариант уже в 1977 году он делает в Нью-Йорке.
И эта инсталляция до сих пор существует, ее сохранили, она сохранена. Это совершенно потрясающее ощущение, вот эта галерея, засыпанная землей. По этой земле нельзя ходить, это абсолютно свежайшая, душистая, пахнущая, дышащая чернозем. Ты можешь только смотреть на это, заглянуть в это пространство, засыпанное землей. И что почему-то мне показалось очень важным, когда я туда добралась до этого места, это то, что не видно на фотографиях, и то, что редко бывает, есть в описаниях, я не знаю, насколько это было так же в первых двух версиях, что это находится на третьем этаже. И что это не галерея, в которой сняли пол, открыв почву, которая находится под ней, да, вот в духе слогана 68-го года парижского «Под мостовыми пляж». Это не это ты поднимаешься на третий этаж, чтобы увидеть, чтобы на третьем этаже обнаружить вот эту самую чернозем, обнаружить вот эту самую почву, которая там не может быть. Как если бы за то время, пока ты поднимался, город успел уйти под землю. Это какое-то вот действительно совершенно невероятное сюрреалистическое ощущение, не просто пространственный опыт, это очень красиво, это можно рассматривать как минималистскую скульптуру, это вот черное-белое, да, вот такая действительно потрясающая красота места, но и при этом какого-то странного смещения реальности. Инсталляция Уолтера де Марии «Земляная комната». На черно-белом фото выставочный зал. Пол зала равномерно засыпан землей. На дальней стене зала расположены 4 больших окна во всю высоту стены. Стены и потолок белые. Что помимо вот как бы так минималистских эстетических достоинств, там есть ощущение такой вот сюрреалистичности, да, что реальность сместилась, что на третьем этаже оказывается земля, что вообще что смещается представление о том, что внутри, что снаружи, что совершенно, и за этим всем стоит какой-то совершенно непостижимый, непонятный сюжет, который тебе никто не рассказывает, но который тебе дан в ощущениях, в этом запахе земли. И я действительно пытаюсь представить, как часто они ее обновляют, чтобы это 78-го года, чтобы это до сих пор существовало, до сих пор производило этот эффект, да, который вот, что-то произошло, какой-то сдвиг произошел, в котором ты оказался, который ты чувствуешь, который нельзя не почувствовать. Не только увидеть, а вот ощутить и изумиться. Да, это действительно ощущение изумления. Это как бы возвращение Уолтера де Марии как бы из пустыни в галерейное пространство, где он продолжает делать вот такие минималистские скульптуры, опять-таки простейшие геометрические фигуры, но всегда с этим самым шариком загадочным внутри, который все время их... что даже треугольник может, равнобедренный треугольник и квадрат могут быть разными, могут быть неправильными в зависимости от того, в каком положении находится этот шарик, который можно по ним гонять. И опять-таки, что они являются не объектами, а способом разметки пространства. В каждом другом галерейном пространстве они будут смотреться по-разному, и они будут размечать другую территорию, размечать другое пространство, оказываться сеткой, в которую, как, так сказать, попадается другая картинка. А вот он занимается, да, довольно долго занимался это и продолжал делать эту серию простых геометрических фигур, вот таких вот тоже разметок пространства, это метровый метр на метр металлические листы, которые размещены в выставочном пространстве, как бы как некая дорога, как некие шаги, которые ты должен проделать. Но это уже такой действительно чистый минимализм, достаточно близкий к тому, что Карл Андре, например, делал скульптуры для пола, скульптуры как разметка пространства. Инсталляция Уолтера де Марии «Серия равных пространств». Пространство галереи. На полу зала лежат в два ряда фигуры из металла. Первый ряд составляют 5 плоских колец из металла. Первый ряд составляют 5 плоских колец из металла, второй — 5 квадратов. Предметы в рядах равноудалены и находятся друг за другом. Кольца и квадраты около 1,5 метра в ширину. Стены и потолок зала белые, пол темный.
И вот как бы те же самые геометрические фигуры, но которые уже совсем перестают быть фигурами, а становятся конфигурациями пространства. Пространство, которое остается пустым, остается вот этим самым, которое предполагает структурированность, предполагает какое-то с ним другое взаимодействие. Как ты будешь ходить в пространстве, размеченном таким образом. Свой следующий, наверное, самый невидимый проект он делает для документа в Касселе в 1977 году «Вертикальный земляной километр». Что это такое? В общем, работа выглядит вот так вот. То есть это, опять-таки, это абсолютно невидимое произведение искусства, вот какая-то странная, там, почти что оброненная, какая-то странная штука, которая торчит из земли, которую почти не видно. Ленд-арт Уолтера де Марии «Вертикальный километр планеты Земля». Перекресток пешеходных тропинок в парке. В центре перекрестка виден бетонный квадрат. Квадрат находится на том же уровне, что и покрытие тропинок. В центре бетонной плиты круг из желтого металла. Круг заключен в кольцо из белого металла. Но на самом деле идея в том, что действительно в землю загнали эту скульптуру. Это километровый железный латунный брусок, стержень, который загнали в землю. И там это была огромная работа, вот тот самый апокалипсический перформанс с бурильными машинами, которые загоняли этот километр латуни в землю, но при этом от этого ничего не осталось, это не видно. Там есть этот стержень, причем стержень был составной, потому что нельзя было изготовить километровый этот стержень, его надо было по частям туда загонять. Но ты можешь, опять-таки, ты можешь только поверить в это произведение, ты не можешь его проверить. Есть там этот километр или нет. Ты должен, умопостижимая скульптура. Вот ты знаешь, что она есть внутри, но ты ее не видишь. Ты можешь вот представить себе какая-то прекрасная скульптура, что там вот другой вариант у него был вырыть нереализованный проект, вырыть колодец длиной километр, по-моему, глубиной километр и диаметром в метр. И накрыть его медной крышкой, так что видна только крышка. То есть вот такие вот скульптуры, которые существуют внутри земли, которые остаются абсолютно незримыми, которые при этом являются скульптурой, но скульптурой, которую ты можешь постигнуть только мысленно. А в том же году он делает, наверное, одно из самых своих знаменитых произведений. Это произведение, которое является классикой ленд-арта, именно в качестве ленд-арта всегда рассматривается, «Поле молний». Пустынная местность, или не пустыня, прерия, наверное, да, в Нью-Мехико, в районе, который знаменит тем, что там часто бывают грозы с молниями. Соответственно, в этой прерии, в этом пустоши Уолтер де Мария берет участок земли километр на милю, это всегда палата меры весов, это всегда не 100 метров, там не метр, это всегда метр, километр, это всегда какие-то известные меры длины и площади. И ставят там вот такой чистовый лес громоотводов. То есть идея в том, что ты должен вот в это самое природное, во-первых, ну, как бы, вот те же самые стержни, которые уже сейчас они торчат из земли или его скульптуры. Вот такой лес громоотводов, который, по идее, нужен для того, чтобы эти молнии во время грозы били в эти громоотводы, создавая такое невероятное лайт-шоу, вот эту самую красоту природной катастрофы. Это место открыто для посещения публикой, но открыто оно для посещения это посещение предполагает такой очень странный протокол. Туда можно приехать, там можно все посмотреть, при условии, что ты проведешь в этом месте не меньше суток. Туда можно приехать только на сутки. То есть на сутки надо добраться до этого in the middle of nowhere, остаться там в специальном сарайчики, домики, кемпинги, но там есть где остаться, там одновременно может находиться не более 6 человек. Места в этом для посещения забронированы, надо было бронировать там чуть ли не за несколько лет вперед, потому что это очень востребованный аттракцион. И, естественно, у тебя с собой нельзя брать никакие электроприборы, электронные приборы, ничего нельзя фотографировать. Естественно, никто тебе не дает никаких гарантий, что в эту ночь будет гроза.
То есть ты, но при этом ты остаешься, ты проводишь сутки в пустыне, размеченные вот такими вот странными громоотводами, такой странной скульптурой, и само по себе это является неким экспириенсом. То есть это стоит опять-таки некий опыт, который длится во времени больше, чем в пространстве. Ты должен там, как бы, это некий опыт, когда ты оказываешься, не знаю, один с незнакомыми людьми, с компанией. То есть ты переживаешь, то есть это как бы то, как раз тот самый вариант, который, наверное, ближе не к минимализму и не к ленд-арту, а к той самой пресловутой эстетике взаимоотношений, которая станет главным трендом 90-х годов. То есть это как бы в данном случае художник создает даже не пространство и не скульптуру, а создает ситуацию, в которой оказывается зритель, и само ожидание грозы оказывается, или там ожидаемое пребывание в этом месте оказывается, вот этот опыт этого по-другому текущего времени, то, что тебе нечем себя развлекать, у тебя нет телефоны, там, мобильник, айфон, айпад и так далее, оно как бы, ты выпадаешь в некую другую реальность, в сместившуюся реальность, и именно это является, видимо, главным предметом искусства в данном случае. Вот, и то, что там, если вспомнить уже отечественный концептуализм, то, что в практике группы «Коллективное действие» называлось «пустое действие», то есть ожидание когда, того, когда что-то случится, которое оказывается важнее, чем то, что в результате случается или не случается. Вот такое вот абсолютно чистое переживание пустого действия. А, и опять-таки история, что в понимании Уолтера де Мария хэппенинг и перформанс — это очень замечательно, это очень интересно, при условии, что перформером должна быть публика, что перформером должен быть зритель, что это зритель должен делать что-то, а не участник перформанса повторять как заученную партитуру, которую ему кто-то дал. То есть это такое «сделай сам». Бессмысленную работу, пустое действие, ожидание в пустыне. А после, как бы, после чего это последнее, наверное, ленд-артное произведение Уолтера де Мария, после чего он возвращается в галерейные залы и представляет следующий свой проект «Сломанный километр». Это действительно километр. Это вот этот самый точно такой же латунный стержень, километровый, который был вбит в землю в Касселе, только распиленный на одинаковые бруски, и вот этот километр, который наглядно размещен в галерее, вот так выглядит километр в пространстве, которое меньше километра. То есть такая абсолютная вот идеальная математика. Инсталляция Уолтера де Марии «Сломанный километр». Длинный выставочный зал. На паркетном полу ровными рядами лежат многочисленные четырехгранные пруты. Рядов 4. Пруты выполнены из желтого металла. Пруты лежат друг к другу длинной стороной, один за другим. Длина прутов около метра. Стены зала белые, пол деревянный, потолка не видно. И дальше вот этот, как бы, и то, что он делает в 70-е, 80-е годы, это 90-е, это вот такие вот инсталляции, представляющие собой наглядную математику, как выглядит километр, как выглядит, причем как бы все эти скульптуры, это не, они не закреплены, это что-то, что теоретически перемещается. Вот такая вот инсталляция, которая называется «Идзин». Инсталляция Уолтера де Марии «360 градусов», «Идзин». Гигантское выставочное пространство с белыми стенами, полом и потолком. На полу, длинной стороной друг к другу, лежат пруты из желтого металла одинаковой длины. Пруты образуют огромную окружность на полу, занимая почти весь зал. Как китайская книга перемен, по которой гадают при помощи палочек различной длины. Вот эти палочки он представляет, которые размещаются в пространстве, которые но при этом не зафиксировано в это пространство. И тоже 80-е годы такая вот, что такое-то может быть? Это может быть и дзин, а может быть компьютер, который способен решить все проблемы мира, разрешить все вопросы мира, который представляет собой опять-таки вот эти бруски, которые здесь как код, да, двоичный код, но бруски, которые все время меняют свою форму, они все кажутся одинаковыми, но на самом деле там какие-то из них четырехгранные, трехгранные, восьмигранные, двенадцатигранные, там все время меняется форма этих брусков незаметно для зрителя. Вот здесь это немножко, вот на этой фотографии это немножко видно. Вот такая вот абсолютная наглядная математика, которую ты не можешь тоже ты можешь поверить в это, ты не можешь пересчитать их, ты не можешь, это тоже как некая чистая умозрительность, это инсталляция.
инсталляции, которая при этом действительно остается все-таки очень красивой. И вот все вариации на эту тему, скульптуры в пространстве, предметы в пространстве, которые именно в совокупности, собственно, если изначально его серия этих энергетических 60-х годов, если все эти мультипли положить в одной комнате, то они, наверное, должны образовать что-то в этом роде. Вот такое вот, как бы, то, что он начал делать еще тогда. И продолжение проекта трех континентов, скульптура пяти континентов, вот такой вот контейнер с камнями, где действительно камни в каждом из отделений этого контейнера взяты с одного из пяти континентов. Но, опять-таки, это можно только проверить, только поверить в это. Скульптура Уолтера де Марии «Скульптура пяти континентов». Большое выставочное пространство. В центре стоит белый куб. Куб напоминает клетку. Его стороны состоят из четырех вертикальных реек и трех горизонтальных. Он приблизительно в два раза выше человеческого роста. Внутри клетка полностью заполнена белыми камнями. Никак нельзя проверить, что действительно эти континенты присутствуют здесь и сейчас. Ну и вот бесконечная вариация на эту тему. Одна из, и вот эта работа, которая называется «Экстаз Аполлона», это еще одна вариация на тему «Сломанного километра». Откуда эта фотография, на которой эта фотография с последней Венецианской биеннале, где проект, основной проект там назывался «Универсальный дворец». Это был там как бы биеннале была про музеи музеев, про коллекционирование всего. И в контексте этой биеннале, где половина работ принадлежала художникам-аутсайдерам, художникам арт-брюта, где было очень много visionary art, было довольно много сюрреализма. Вот это не неожиданно, это работа, которая завершала экспозицию, вот это неожиданное возвращение к такому чистейшему минимализму, действительно аполлоническому, «Экстаз Аполлона», и открывала такое, может быть, другое прочтение этой работы, что это музей, да, музей, все элементы которого идентичны, это музей вот этих одинаковых брусков, которые тоже можно собирать как коллекцию, которые тоже можно собирать как предметы, которые, в общем, в совокупности представляют вот это торжество аполлонического, торжество разумного, но разумного и рационального, доведенного до такого предела, что оно уже становится экстазом, что оно уже становится психоделическим, как любое повторение одного и того же, так же, как абсолютно психоделическим выглядит вот эта вот работа 2000 скульптур, где бесконечно повторяется одна и та же форма, причем нам предлагают это рассматривать именно не как инсталляцию, а как скульптуру, что каждый из этих брусков является скульптурой. Скульптура Уолтера де Марии. На фотографии на черном полу лежат пятигранные белые бруски длиной около 50 сантиметров. Бруски расположены друг к другу под прямым углом и образуют на полу одинаковые зигзаги. Зигзаги выстроены во множество рядов. Что их можно разобрать, да, что это можно, но при этом некое пространство работает только в совокупности. И вот как бы все эти вот простейшие формы, которые Уолтер де Мария продолжал делать на протяжении всей своей карьеры, одна его достаточно поздняя огромная инсталляция, сделанная для музея в Канзасе, по-моему, вот такой огромный, как бы это пруд, вот та самая идея колодца, накрытого крышкой, где действительно есть остров, который, видимо, является солнцем, и есть множество подсвеченных колодцев внутри, таких колодцев внутри пруда, колодцы, которые там по-разному работают в разном освещении, которые еще важны тем, что под этим водоемом находится паркинг, и подсвечивано пространство, потому что небо и свет падает сквозь эту воду, и сквозь эти самые окна падает в пространство парковки, и как бы эта инсталляция продолжается внизу, продолжается за счет света. Инсталляция Уолтера де Марии «Одно солнце, 34 луны». Большой прямоугольный пруд. В центре пруда плоская желтая геометрическая фигура, похожая на прямоугольную крышу. В пруду, почти у поверхности воды, видны круглые колодцы. Они равномерно распределены по всей площади пруда. Всего в пруду более десятка колодцев. На следующем слайде тот же пруд сфотографирован в ночное время. В центре пруда желтый прямоугольник. Круглые колодцы светятся белым. На третьей фотографии видна подземная парковка.
Потолок парковки волнистый с круглыми отверстиями, через которые падает свет. Извините, лучшего качества фотографии этого места не существует, к сожалению, просто в природе. И совсем поздний его цикл. Это цикл, связанный вот с такой тоже идеальной формой. Это идеальный шар полированный, который может быть чем угодно. Впервые вот такую огромную сферу каменную он сделал, как памятник 200-летия Французской революции. И это такая идея, вот как бы сфера, которая может обозначать что угодно, хоть 200-летие Французской революции, но как бы, но при этом она настолько универсальна, что любой смысл от нее отскакивает, любой смысл от нее отражается. И что она, как бы, что она может быть любого размера, да, но при этом она настолько идеальна, что она никогда не соразмерна тому месту. Она все время кажется больше, меньше, она слишком из области идеальной геометрии, чтобы вписываться в пространство. И его дальнейшие вариации на тему этой сферы, они уже такие выглядят, вот она в любом пространстве выглядит таким магритовским яблоком гигантским. Она это и работает как то же самое смещение реальности, сдвиг реальности, который был в земляных комнате, в поле молнии и так далее. Вот это самое непонятное ощущение, может быть, катастрофа, да, какой-то, может быть, такого странного шара, который катится тебе навстречу, который там выглядит. Это инсталляция, сделанная для музея в Японии. Это уникальный музей, построенный Тадаландо. Это музей на три работы, в котором одна работа – это инсталляция Олтора де Марии, другая работа – это инсталляция Тарала, и третья – это, собственно говоря, кувшин Кимоне. Вот такой вот концептуальный музей на три произведения, которые там каким-то образом друг с другом взаимодействуют. Вот такой последний. И, может быть, последняя выставка, которая у него была единственная, не ретроспектива, но за много лет такая персональная выставка в Соединенных Штатах. Вообще он как бы жил затворником, не давал интервью, не позволял в последние там десятилетия, не давал себя фотографировать, и как совершенно никак не комментировал свои работы особенно. А вот это была выставка, которая проходила в Хьюстоне, в музее Доминилов, одних из там, династия знаменитых американских коллекционеров и меценатов, которым, собственно, принадлежит также Диа Фондейшн, которая спонсировала весь ленд-арт, в том числе «Поле молнии». И там была три трилогии. Одна трилогия вот таких вот из трех полотен, монохромных, как бы, которая называлась трилогия стейтментов. Первая из этих полотен, желтая, была сделана в 68 году. Название, цвет, который человек выбирает для того, чтобы атаковать землю, понятно, потому что выкрашено это полотно, или написано, вернее, покрашено той же краской, которую красят бульдозеры, вот эти самые бульдозеры, которые завораживали Олтора де Марию. И в центре этого полотна есть вот в центре трех этих полотен, как вы видите, есть маленькая табличка с надписями. Вот в данном случае это была вот надпись, была, собственно, название работы. Естественно, это отсылка к традиции живописи цветовых полей, естественно, это отсылка к традиции абстракции, к работе Барнетта Ньюмана «Кто боится красного, желтого, синего». Вот эти вот базовые цвета, которые были у Барнетта Ньюмана, которые были у Мондриана, которые были у Родченко, да, вот такие абсолютные монохромы. Но здесь монохром, как бы, так же, как и геометрическая фигура, простая, грозит обернуться символом какой-нибудь из религии, также, собственно говоря, простые монохромы всегда чреваты тем, что они несут какое-то высказывание, вот этот самый стейтмент. Первый стейтмент был про желтый цвет и про то, что это не просто же вот этот цвет бульдозера, цвет, который человек выбирает, чтобы атаковать землю. Две другие работы, синяя и красная, собственно, которые превратили эту первую работу в абсолютно другое самостоятельное, в абсолютно другое произведение, были сделаны специально для выставки, там тоже есть надписи, на одной работе написано «Нет войне, нет», на другой написано «Да, миру, да». То есть такие очень как бы простые, предельно простые высказывания, но не теряющие, вечно актуальные. Вот как бы тоже как бы, собственно, скорее инсталляция, чем серия работ. И была новая, совершенно неожиданная для него работа, трилогия, это три автомобиля, то есть там три трилогии, вот одна это те же самые простые геометрические фигуры, а другая это такая как бы попартная работа с тремя
с винтажными автомобилями, такой вот, как бы, автомобили 55-го года, Chevrolet Bel Air, такой совершенно автомобиль американской мечты пяти времен юности Уолтера де Мария. Но каждый из этих классического цвета, но каждый из этих автомобилей, собственно говоря, пронзен вот тем самым железным металлическим стержнем, который является главным предметом скульптуры Уолтера де Мария. Этот стержень, который может пройти через все что угодно, и даже этот автомобиль превратить в абстракцию, превратить в элемент минималистской скульптуры, стержень, который проходит сквозь реальность, не изменяясь, но изменяя и переосмысляя ее. Вот такое последнее произведение. В результате последнее произведение, наверное, которое этот замечательный художник сделал, тоже про изменение, про сдвиг реальности.